часто называют людьми с ограниченными возможностями, но каждый день они доказывают – границ нет. Не иметь возможности ходить ногами, но уметь танцевать, петь, используя язык жестов. Сегодня во всем мире отмечают День инвалидов. В честь него в Химках провели марафон неограниченных возможностей. Все как будто стало ближе, и все в нашей власти. Алия Керимова не понаслышке знает, как сложно людям с неизлечимыми заболеваниями. Сама работает медсестрой в Химкинской областной больнице, помогает онкологическим больным. Сама болела раньше и по своему опыту вот решила людям тоже помогать. Я буду петь песню Димы Билана «Believe me» на русском языке. Называется песня «Мечта». Ну вот, для того, чтобы вдохновлять людей, чтобы исполнялись их мечты. Здесь люди как с врожденными ограничениями, так и с приобретенными. Справиться с этим требует большого мужества. Елизавета Кунцман в детстве пережила страшную трагедию и теперь вынуждена передвигаться в коляске. Но девушка не сдалась. Через год после травмы пришла в профессиональный спорт. А еще через год попала в паралимпийскую сборную по волейболу сидя. Сейчас Елизавета – восьмикратная чемпионка России, а также победитель чемпионатов Европы и мира. В 2007 году я стояла на перроне, зацепила проволока от поезда. Дальше мне ампутировали две ноги. Много операций. Но сейчас я здесь. Самая яркая победа – это чемпионат мира 2018 года. Вся команда к этому шла. И это самая запоминающая победа. Но, конечно, также чемпионат Европы – это тоже большое событие и большие победы. Но, надеюсь, моя самая главная победа будет впереди. Поговорить о проблемах инвалидов и поддержать их приехали и известные артисты. Диана Гурцкая исполнила несколько своих песен и подчеркнула – поддержка играет большую роль. Могу сказать после сегодняшнего мероприятия, что мир не без добрых людей. У нас очень душевная и замечательная любящая страна. Но часто одной любви недостаточно. Важны конкретные дела. До сих пор люди с ограниченными возможностями испытывают проблемы с передвижением. Сегодня в области и конкретно в Химках реализуют проекты, направленные на создание доступной среды. Торговые центры, магазины, аптеки, дома культуры снабжают пандусами и кнопками вызова сотрудников. За этим следят чиновники и общественная палата. Доступная среда есть, и в Подмосковье она развивается, и наш губернатор уделяет этому огромное внимание. Одна из целей мероприятия – пропаганда здорового образа жизни и занятий спортом. Для этого на втором этаже торгово-развлекательного центра «Мега Химки» провели серию спортивных мастер-классов. Фехтование на колясках, бадминтон, настольный теннис и другие виды спорта, в которых добиваются успехов и люди с ограничениями по здоровью. Заместитель главы округа Ирина Теслева лично посетила площадки и даже попробовала себя в стрельбе из лука. Я хочу поблагодарить наши общественные организации, которые занимаются инвалидами, которые их беды, заботы и вопросы решают вместе с областью, вместе с нами. Под занавес власти наградили представителей общественных организаций и центров, которые оказывают поддержку особенным людям, тем, кто в своей работе демонстрирует, что возможности не ограничены. Ксения Брагина, Дмитрий Бочаров, служба новостей.